являются морально устаревшими, а их узлы и оборудование физически изношены и подлежат трудоемкому техническому обслуживанию, проведению капитальных ремонтов и каждые 4 года продления срока эксплуатации. Согласно поданной на имя городского головы департамент ЖКХ информационной записки, на сегодняшний день 1023 лифта находятся в состоянии невыполненных ремонтов. Из них в 2013 году было проведено обследование, один лифт у центра лифта, 13 лифтов Николаев лифта не отремонтированы. За 2014 год 19 центра лифта, 136 Николаев лифта. 2015 год 103 у центра лифта, 271 у Николаев лифта и так далее. Первую аналитическую записку они просили сумму из расчета отремонтировать все лифты за 2013-2017 год. Но учитывая, что бюджет города все-таки не очень резиновый, то есть если вот на сегодняшний день отремонтировать все лифты, которые необходимо, это получается 66 миллионов. Но эта цифра не входит ни в один бюджет города. Потому было предложено, что они посчитали, сколько необходимо денег, чтобы закрыть лифты 13, 14, 15 и 16 годов. По расчету, это совместная у них такая докладная записка, и Николаевский центр лифт двумя этими. Они нашли поразумение между собой и просят 26 миллионов, чтобы закрыть 265 лифтов прошлых лет. То есть теперь надо поразумение с нами найти. Не, надо найти. Сколько это взяли сумму на центр лифта, сколько на Николаев? Да. На Николаев лифт больше, там буквально на 100 лифтов. Ну, делено пополам. А как распределяют они сферы обслуживания эти две? Ну, они стараются смотреть, те районы, которые обслуживают центр лифт, он и делает там. А те, которые обслуживают Николаев лифт, он делает себе. Ну, своя договоренность между ними. Исторически сложно. Александр, давайте так. Давайте нам дают до відома, возьмите, наверное, на департамент, проработайте в департаменте, потому что это звернуто. Ну, давайте, да, предложение будет в департаменте. И уже разработайте, потому что там есть первоочередные, там, может, поочередные. Ну, первоочередные, конечно, 13-14 год, все, уже прошел. Ну, наверное, выделять все равно придется. Нет, деньги есть. Да. Деньги есть. Такая сумма. Нет денег. Будем, надо просить. А давайте. Дело в том, что мы все с вами читали о том, как в Одессе. Ну, да, буквально на днях. Это при условии, что в Одессе существует городская программа ремонта лифтов всех подряд. То есть настолько изношено это все. Давайте, возьмите в департамент, изучите вопрос. Получить департамент. Получить департамент, рассмотреть предложение обслуживающих компаний. Да, и вот к какому-то пройти консенсус, что мы будем делать дальше и как по срокам. Во-первых, успели, да. Только не успели. Ну, на второе полугодие не успеют, заберем, конечно. Вот. Ну, ничего страшного не произойдет, если не успеют. То есть мы их услышали и запускаем. Давайте в департамент пускай там.